Итак, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Half-Life Decay на PlayStation 2. Сейчас мы с вами прочитаем описание данной миссии. Миссия называется «Интенсивность». Прототип оборудования требует огромного количества энергии. Активируйте матрицу луча, чтобы включить маяк смещения. Ну, в принципе, понятно, какой-то маяк надо врубить, ну... Тогда без лишних разговоров начнем, пожалуй. Up those stairs you can access the alien quarantine labs. I fear that the scientists working there may have been overcome by the very creatures they were studying. We need you to get inside those labs and activate a beam matrix which powers the displacement beacon. You won't find much help in activating the system, but I'm sure with your training it will be a simple matter. Так, и все, да? Может, ты ничего не будешь говорить? Тут кто у нас рядом? Еще какой-то ученый. Так, и куда тут есть наверх, и есть вот такая вот дверь, которая не открывается, значит, мне надо наверх. Что у нас по патронам? Ну, патронов, кстати, чуть-чуть побольше. Да, побольше, чем было в прошлой миссии. То в прошлой миссии что-то мало было. У меня что-то стик заедает. Сейчас я его немножко... Ну, бывает, да, такое. Я уже не раз, когда проходил халву первую, говорил, что что-то на этом геймпаде как-то стик подзападает. Бывает. Вот и сейчас он тоже немножко. I'll remotely operate the elevator once both of you are inside. Так, сразу слышно. Зомбей, по-моему, это зомби. А, во. Я думал там. Это как это. Кстати, напоминает... Люди в черном, они такие в лифт зашли, это стоит в стену, смотрит, тот уже повернулся. Ну вот, из первой части. Такой прикольный момент. Вот типа того, я сейчас повернулся, думаю, о, наверное, здесь и пойдем. Ага, надо было повернуть. Ну ладно. Так, а что тут у нас вообще? Сволочи. Врасплох меня. Я уже давненько просто не играл. И что-то как-то это... Куда-то моя... Это... Делась. Реакция. Куда-то неизвестно. Пропала. Ага. Что-то включилось здесь, а чё? Есть, готовенький. Блин, реально западает. Чё за фигня? А до этого не было такой проблемы. Часто. Видать, полежал геймпад и начинает. Я вроде прошел прям немножко. А персонаж еще дальше пошел, чем я его вообще отправил. Так, чё тут? А это не зомби вот так вот делает. Это пехотинец. Так, тут есть кристаллики. О. Ага, ага. Ах ты. Через сетку все-таки смог он меня задеть. Говнюк.
Так, а тут что? Луч какой-то. Кстати, мы этот луч уже, по-моему, встречали в Opposing Force. Да, было дело. Припоминается что-то такое. Что-то такое припоминается. Так, это я даже патроны на тебя так тратить не буду. Вы медленные, можно и пистолетом попользоваться. Так, погоди-ка тут пока. Я иду. Ага. Ага, молодец. Так, что здесь? Я пока... Можно подзарядиться. Броню. Черт, убили кого-то, да? Походу дела. Вот ублюдок. Пошел ты. Фух, прям хватило этих патронов на все это дело. Чувствую, что здесь кто-то был. По звуку. Но это там. Это надо такая какофония со звуками бывает. Давай подзарядим, я думаю. Кончилось. Понятненько. Так, здесь пока с... со здоровьем пока все нормально. А, вот он как раз. Ученый, которого убили. Капец, он криповый. Капец, это так крипово выглядит. Че тут? Какие-то офисы. О! Ублюдок. Вот так вот. Походу не будут пока военные, да? Мы против дзеновских будем, наверное. Так, я что-то пройти не могу. А, надо было маленько сдвинуться. Так, чувствую, что здесь кто-то появится. Кстати, да, прям Вортигонт как будто сзади будет. По-любому. Я прям вот вангую, что здесь какая-нибудь дрянь появится. Обязательно, вот тут вот прям. И начнет стрелять по нам. Ну или типа того. Ну. А! Ну я ж говорил. Не, ну я думал, что один здесь, ну не целая куча. Ну ладно, игра немножко меня перехитрила. Но все-таки вот здесь-то появился Вортигонт. Я был прав. У меня чуйка на Вортигонт. Я их уже, блин, изучил. Я могу Нобелевскую премию по Вортигонтам только получить. Походу уже скоро. Так, подлечимся. Чё, всё? Есть. Ну, чтоб не тратить просто ту аптечку. Можно и так подлечиться. Ну, всё, больше не работает. Да, больше нету, ну ладно. И чё тут? Она закроется за мной? Да вроде не должна. Так, какой-то жмурик.
Че он у нас по патронам, блин, вообще? На дробовике заканчиваются потихонечку. Так, постой, пока. Да вы издеваете! Сволочи! Ой, дверь закрылась. А, я теперь не полечусь. Ну и ладно. Чувствую, что тут этот пехотинец, да? Что это было? Если да, то, блин. Ну где-то тут. Слышно же его, да? Я надеюсь, он не появится прямо сейчас. Будет обидно. Так, что тут надо? Какой-то хемзащитный костюм нужен, да, мне? Что-то я очкую, пока туда идти. А, вот и эти. Так, возьми-ка что-нибудь. Да, возьми-ка автомат. Вот он. Лучше его сразу, я думаю, загасить. Вот этого чубрика. Я думаю, он появится. А, хрен, я не могу разбить стекло? Могу. Он что, не умирает? В смысле он не умирает? Гребаная дверь. Он и не умирает, и ничего не делает. Какой-то, может, забаговал? Либо так и должно быть. И сколько патронов на тебя потратил? Мы, кстати, его можем разглядеть довольно близко. С близкого расстояния. Прикольный. Так, ну я мне не очковал, честно говоря, стоять возле него. Что это такое? Какой-то луч. Йоу, чел. Угу. Я что-то замолчал, крендель. Что-то очково прям. Это вортигонские эти штучки. Также нейтрален? Я думаю, они активируются и будут на нас нападать. Я прям вот 100% вангую. Я вангую. Что-то такое будет. Молодец, спасибки. Так, ну надо идти. Чё стоять? Пожалуй. О. Ну постой-ка пока тут.
Потому что я думаю, если он активируется, он тебя хотя бы не увидит. Какие-то лаборатории по изучению. Мы таких не видели, по-моему, лабораторий. Если я не ошибаюсь. Как-то тут вообще крипово. Вот такая дрянь. Она живая? И привязали. Вау. Сделали классно, конечно. Хоть краба кто-то... Это что такое? Скальпель? Или так? Тут разделал. Вау. Кто-то пытался тут еще посмотреть зомби. Изучить. И он только сейчас встает и меня бьет. Но у него башки нет. Это он не сможет. Так, тут жижа разлилась. Поэтому надо как-то аккуратно. Трубка, да ну нафиг. Вы что делали тут? О! А, быстрей! Фух. Так, а у меня проблемы с патронами. На автомате. Так, где-то и второй должен быть. Где-то вот в этой стороне я его слышу, но... Ух ты, ублюдок! Чё ты ржёшь? У нас проблемы. Ну, пока нету никого. Закрыто. Я все еще слышу этих. Пехотинцев. Так, я боюсь, что тут что-то какая-то бяка будет. По-любому. Вылезет. Что-то с патрончиками как-то не очень. Так, что-то надо сделать. Вау. Это головоломка. Я поменял цвет. А подсказок не будет, да? Красный. Отключил. О, это открылось? Или она была всегда так? Но не работает вот эта кнопка. Вот красным горит. Смотри. И чё, она теперь не откроется? Да ну нахрен, ты чё? Я просрал? А, нет, все нормально. Это просто открывает. А зачем я выключил эти лучи? Я могу их включить. Нет. Значит, так и было задумано. Наверное. Я не знаю. Что-то знакомое. Н-
натуре. А, мы сделали круг. Да, мы сделали круг. Хорошо, ладно. И что дальше? Обратно надо ехать на лифте? Чего? Активировать? Что активировать? Пу-пу-пу-пу-пу. Я, видимо, что-то пропустил. Или что? О. Кого активировать? Я что-то не понял. Я что, зря лучи отключил или что? Я что-то ничего не... Так, давай без... может мне надо отключить было? А вот тут есть лестница. А как мне по ней... Ага, вижу, понял. Видимо, надо было отключить. Потом что-то сделать. Какая-то труба, я боюсь туда залазить. Возможно, надо сломать... Нет. А, тут есть проход. Фиолетовый вот есть луч. Смотри, смотри, смотри. Блин, я чувствую, что я сдохну здесь. Не работает. Надо направить лучи на эти кристаллы. Вы издеваетесь? Я представляю, я сейчас сдохну. Я по-любому смогу сдохнуть от этих лучей. И надо активировать их теперь. Воу, воу, воу. Офигеть. И могу вторым посмотреть. Нет, не смогу посмотреть. А я... Так, это желтый, стрельни сюда. Так, сиди пока. Зеленый. Я активировал?
А может быть мне... Окажись, понял. Блин, я очкую вообще капец. Не, ну так было, кстати. Нет, надо отключить. Чтобы я пока в безопасности был. Надо подумать. А лучше пока отрубить, и надо подумать, что надо делать. Давай пока отключим. А, что надо делать? Смотри, у нас вот отсюда идет луч. А, не отсюда, а вот отсюда идет луч. Вот он. А, они разных цветов. Короче, идет у нас синий, желтый, красный. Синий, желтый, красный, окей. И вот фиолетовая фигня. Окей. Зеленая. Для чего она, неизвестно. И кристаллы. Вот эту как убрать, я не понимаю. То есть, кнопки для нее. А, вот и кнопка, отлично. Так, окей. Может быть, надо разбить. А вот тут есть какие-то отверстия. Я понял. Надо из каждого отверстия, чтобы был свой цвет. Красный, желтый или зеленый, или чё? Я что-то... а как мне направить на... Короче, на каждый кристалл свой цвет надо направить. Вот сюда надо как-то направить, вот отсюда, чтобы был... Шёл... Не совсем ясно. Ладно, давай пока включим желтый. И посмотрим, что с ним. Они все выходят из одного. У нас есть желтый. Вот он. Вход. Вот сюда. Включаем. Перенаправляем сюда желтый. Окей. Так, посиди пока. Я не вижу кристаллов, правда. Так, отсюда не идет ничего, как мы видим. Хотя, по идее, должно. Нет? Разве? А что, если я сюда направлю? Смысла в этом ноль. Окей, посиди пока. Я включаю, к примеру, зеленый. А у меня нет зеленого. Синий, чтобы получить зеленый. Окей, у меня зеленый. Что-то получилось. Есть. Связь с зеленым имеется. Теперь надо как-то... Зеленый заработал. А почему желтый не работает? Вот смотри, отключаем синий. Получаем желтый. Вот он желтый. Он не заряжается. Получаем... Красный добавим. Оранжевый. Ага, вот оранжевый. Зарядился у нас оранжевый. Горит, значит, да. Оранжевый. Надо было не желтый, а оранжевый. Окей. Есть, у нас оранжевый заработал. Ага,
И зеленый работает. Отлично. Теперь мне надо... Как это громко. Теперь мне надо фиолетовый получить. А как мне получить фиолетовый? Надо отключить желтый. А, надо включить все три. У меня получается такой, как какой-то белый. А что если я отключу желтый? Фиолетовый. Есть, он заработал. И все заработало? Вау, все заработало. Отлично. Тебе надо как-то выбраться отсюда. А, ну вот. Точно. Теперь надо как-то вернуться. Я могу? I can't let you back up until the beam matrix is activated. Чё? Тебе не нравится? Я активировал? Шо опять нужно сделать? Активировал, вот, все, что надо. Что-то непонятно. О! Откуда ты взялся? Напугал. Засранец. Тик. Я же активировал, верно? А возможно, надо тот луч включить, который работал там. Кстати, да, вполне вероятно. Он нейтрален. Пока что еще. Но это совершенно другой луч. И он не имеет вообще никакого. Может быть, есть какие-то кнопки еще? Я не могу открыть дверь, потому что... Потому что... Чё-то я не совсем понимаю, что нам делать. Вот это вряд ли надо включать, это совершенно другое. Окей, окей, я... Активируйте, ну я активировал. Вроде нет. Или вы хотите сказать, чтобы я сейчас... Что-то сделал. А что я должен сделать? А теперь я должен лучи выключить. Давай попробуем выключить их. Только мне придется все заново делать, наверное. Да нет. Можно и вырубить. Что надо еще сделать? Может, вдвоем надо встать? Чё ты там не можешь активировать? В смысле? Все работает. И все работает верно. Видишь, три работает, и чё? Надо еще. Так, окей, ладно, хорошо. Смотри. А если луч направить тройной? Теперь уже тройной на... Да пошел ты в жопу.
на эти кристаллы. Что попробовать? Получится, нет? Так, вот он. На кнопку бы не нажать. Ну, я имею в виду случайно. А как я тебе... А. Понял. А он хоть ползать можно. Я боюсь эти лучи дотрагиваться до них. Я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я себя в ловушку за... Я в ловушке! Нет! Я сглупил! Я не смогу выбраться! Я не могу выбраться! Ай! Я сглупил, я застрял. Как это вырубить? Нет. Неужели все на этом заруинить можно? Вы издеваетесь? А-ха-ха, да ладно. Нет. Ломайся. Да ну нахрен. Вы чё? Вы хотите сказать, что я здесь не смогу пролезть? А, я заруинил всё. Я не могу отсюда выбраться. А нет, смог. Давай, ты можешь. Вылези. Пожалуйста. Чё ты не прыгаешь? Нет. Прошу. Я сдох. Чёрт. Я заруинил. Я затупил. Ё-моё. Окей, ладно, хорошо. Я сейчас пройду тогда этот момент. И это. Вернусь. Так, короче, я дошел до этого момента. Активировал вот это вот луч. Зеленый, оранжевый и фиолетовый, он там. Вон там. Теперь надо было как сделать. Я сначала вон ту активировал, потом вот эту. И зажал себя просто тупо в тупике. Короче, надо поочередно. Сначала вот эту, потом вон ту. Капец, как тут громко. Так, включаем. Вот так вот. Потом проходим, активируем вот эту. Теперь проходим сюда и активируем вот эту шляпу. Все, теперь заработало. И заработало так, как надо. Так, я уже навелся на какого-то врага там. А, это Вортигонт. Сейчас мы его... Ах ты, сучка.
Блин, надо их как-то избавиться от них. Будут мешать сейчас. И не сдохнуть бы тут, честно говоря. Есть. Одного завалил. Капец, громко. Тут кто-то есть еще. Надо что-то более скорострельное. Есть. Так, и мне теперь надо... О, май гад! Есть. Блюдок. Так, теперь надо свалить отсюда. Я убавлю все звук. Я уже оглох. Честно говоря. Немножко. Есть. Это вы хотите сказать, что я не могу теперь вернуться? Да, я не могу вернуться. Поэтому мне придется либо завершить вот так. Могу? Миссию. Ну, видимо, нет. Придется прорываться сквозь врагов снова. Что-то я так чувствую. Здесь закрыто. Придется вернуться пешкодраликом. Я могу его убить? А, он просто двигается. Анимированная моделька. Так, надо быть поаккуратней. Я знал! Я, черт возьми, знал, что ты активируешься, ублюдок. Я просто знал, что это произойдет. Он, кстати, не может ходить. Надо вот с этим разобраться. Я его не заметил. А он там, а... Есть, не двигайся. Говнюки. 79, вы издеваетесь? Надо поаккуратней. Не, ну я могу навстречу, в принципе, пройти этим. Опять забыл, как их... Джина Кросс, кто из них? Я забыл. Где у меня было? Подсказка. Так, это Колит Грин у нас сейчас. Она прорывается сквозь полчища врагов. Клифту, мать твою! Да ты сучара такой. Лови гранатку, сучка. Еще, Маш. Как тебе? А, ты уже взорвался? А как я? Погодь. А в смысле? Я понял. Все, все, все. Надо вторым персонажем помочь. Джина Кросс должна вернуться за Колит Грин. Там не открывается дверца. Так, тут есть зарядная станция. Я ее потратил полностью. Засранец. Так, где-то тут, да, вот эти двери уже? Здесь должны быть. Угу. Ах ты. Блюдок, никто сзади не появился. Ну. А. Поближе надо было.
понял. Еее, бой. Фу-у-у. Я уж думал, все. Я тут не тратил ничего. Надо под это вот. По-любому сейчас какая-нибудь дрянь опять появится. Фух, хоть чуть-чуть подлечить. Ну тут немного еще осталось. Замечательно. Все, теперь надо валить с этого уровня. Капец. Ну, если бы я не затупил, я бы прошел с первого раза, но я затупил. То есть никак перепрыгнуть оттуда уже невозможно было. Увы, ах. Ну, ладно, чё уж, бывает. Я думаю, мы бы с Пашком, если бы проходили это место, мы бы и в коопе даже бы проселили этот момент, по-любому. Так, а чё я тут здесь зачем? Я же отсюда пришел. Я не... Ага, я так и знал! Хм-хм-хм. Какая-то бяка там появится. Есть? Есть. Кто? Смотри, в ту я в ту буду. Какая-то... Воу, щит! А откуда они здесь появились? Как ты думаешь? М? Ну чё, ублюдок? Молодец. Это просто классно. Команда. Просто команда. Жди меня. With the beam matrix active, we can attempt a resonance reversal. We seem to have become quite an effective team, but everything comes down to this. The rift has become dangerously wide, and it may already be too late. We must act now. Фух, прошел. Со второй попытки. Ну чё могу сказать? Миссия классная. Реально классная миссия. Давайте сразу сохранимся, чтобы никаких проблем не было в будущем. Если вдруг что. Ну, короче, мне понравилась данная миссия. Прикольно. Вот с этими лазерами надо было правильный цвет, то есть подобрать. Опять такая кооперативная головоломка. Ну, интересная довольно-таки. Разобрался, конечно, я в ней не с первого раза, но, во всяком случае, не такая уж она и сложная. Ну вот, затупил я в конце, считай себя закрыл, по факту, в ловушке. Хотя, можно было и, по-моему, вылезти из нее, но я пытался перепрыгнуть, обмануть систему, но, увы, не получилось. А, нет, там же кнопки отключились, точно, что это я говорю, что можно было все это переделать. Нет, там же кнопки блокируются, точно, я уже и забыл, почему я пытался это перепрыгнуть. Все, уже из головы вылетело. Там же нельзя было уже вот эти щиты опустить. То есть не щиты, а как они там, задвижки вот эти. То есть уже невозможно было оттуда выбраться. Но затупил, да, я маленько затупил. Ну, в принципе, ничего страшного. Уровень не такой уж и комплексный или сложный. Я прям буквально, знаете, уже знал, где враги будут появляться. Поэтому я очень быстро прошел. Что-то, может, ну, заняло это, наверное, минут 15. Ну, где-то так. Вот. И получилось, в принципе, неплохо. У нас, смотрите... И по урону мы практически, вот, два персонажа у меня получили практически одинаковый урон. Практически одинаковое количество убитых. Ну и процент попаданий вообще идентичен, 81%. Ну вот.
Ну, миссия классная, классная миссия. Честно говоря, пока меня радует игра очень и очень сильно. То есть, довольно прикольные миссии, то есть, новый взгляд на происходящее, то есть, в Black Mesa, что там было, вот это вот, после каскадного резонанса. То есть, вообще, все пока что дополнения мне очень и очень нравятся. Ну, конечно, не шедевр, я не могу сказать, что это прям шедевральные дополнения, но они не плохие. То есть, как взять тоже The Elder Scrolls, к примеру, который я вот сейчас прохожу, но возьмем Oblivion, самый показательный, наверное, будет пример, это The Elder Scrolls 4 Oblivion, там, ну чё там, эти... Про рыцарей 9 дополнение было, потом еще мелкие дополнения, которые ни о чемные, то есть не особо интересные, и Дрожащие острова самое интересное. Вот. То есть несколько дополнений было, DLC таких, да, которые, ну, ни о чем. А здесь, в принципе, каждая игра, она как бы отдельная, и свой сюжет, и там дополняют там персонажи, которые, кстати, в лоре они и в первый Half-Life-то были. То есть вот эти разговоры мы же не слышали, доктор Розенберг. Ну, не видели, точнее, в Half-Life первой части. Но слышали его там, как они разговаривали, что там они запускают этот реактор и все такое. Как бы он там присутствовал, по факту уже там, возможно, не... задумывался так еще, когда в первый раз выходила игра, первая часть. То есть я не думаю, что он задумывался, но, по крайней мере, он вплелся уже в лор. То есть все, он лорный прям на 100%. Вот, и другие тоже уже как бы в лоре присутствуют. Ну, довольно интересно. То есть реально, пока радует меня вот это дополнение, Decay. Еще и вдвоем можно поиграть, это вообще прям... офигительно, без каких-то сторонних там модификаций. Ну, пока я доволен. Пока доволен всеми DLC-шками, вот этими дополнениями. Вот. Ну, такие дела. Ну ладно, на этом все. Спасибо вам за просмотр и до следующей серии.